Ты что творишь? Совсем обалдел? Я тебя не видел. Да ты прямо перед моим носом повернул. Еще скажи, что не увидел большой мотоцикл со включенной фарой. Извини, пожалуйста. Твои извинения погоды не сделают. Ну ты даешь. Я тебе кое-что расскажу. И лучше слушай меня. Слушай внимательно. И постарайся ничего не забыть. Ничего не забуду, честное слово. Времени у нас мало. Садись. А теперь давай. Заводи мотор и поезжай налево. Притормози-ка там. Видишь, вон машины едут с грузовиками. С какой скоростью они идут? Ну, не знаю, километров 50-60 в час. Ага, где-то так. Смотри дальше. Вон. Видишь мотоцикл вдалеке? С какой скоростью он идет? Я понятия не имею. Смотри внимательно. Да не знаю я, сложно сказать. Вот именно, товарищ, вот именно. Этот мотоцикл в разы меньше автомобиля, понимаешь? В разы меньше. Поэтому сложно определить его скорость и дистанцию. Понимаешь, о чем я говорю? Всякий раз, когда увидишь одиночную фару, или две фары, идущие близко, тебе придется дать им свободное пространство. Это простое правило. Посмотри дважды. Прежде чем повернешь или еще что-нибудь сделаешь перед мотоциклистом, ты должен посмотреть дважды. Посмотреть дважды. Понял тебя. Ладно, выруливай на дорогу. Поезжай за этим мотоциклом. Увеличь немного дистанцию. Видишь задний стоп-сигнал? Ты видишь его размер? Отсюда он совсем маленький. А я о чем? А знаешь, что еще? Из-за того, что стоп-сигнал горит постоянно, фиг заметишь, когда он затормозит. Особенно в дневное время. Ты видишь, что он делает? Он переместил свой мотоцикл так, чтобы его заметил водитель перед ним. Даже машине легко потеряться в слепой зоне. Чего уж говорить о мотоцикле. Поэтому важно убедиться, что там никого нет, если собираешься перестроиться на другую полосу. Кажется, у нас почти не осталось времени. Не переживай. Ты еще не совсем потерян для общества. На следующем светофоре поверни налево. Медведь! Дикий Билл, как жизнь? К бабушке в гости едете, да? Куда мотоцикл дел? Медведь! Дикий Билл! Док! Да вот учу пацана обходиться с мотоциклами на дороге. Ну, удачи. Обрати внимание. Мотоциклы ускоряются намного быстрее машин. И тормозят тоже быстрее большинства машин. Поэтому не подъезжай слишком близко. Пора возвращаться. Мотоциклы уязвимы рядом с любой машиной. Там, где у тебя будет простая царапина, у нас будет что-то намного серьезнее. Кто бы ни был виноват, мотоциклист пострадает больше всего. Я понял. Серьезная травма. Или даже смерть. Я понял, правда. Я понял, медведь. Лучше зови меня Рэнди. Рэнди? Медведь тебе больше подходит. Значит, Рэнди, да? Сколько себя помню. Сколько себя помню. Тебя как звать? Иэн. Меня зовут Иэн. Ты молодец, Иэн. Но так еще сложнее. Не садись обратно, медведь. Надо. И тебе надо садиться за руль.
Сейчас же. Не надо, мы что-нибудь придумаем. Не получится, товарищ. Иэн, помни. Смотри дважды, я запомнил. Нет, Рэнди, нет! Рэнди! Все совершают ошибки. Но ошибки вроде той, что совершил Иэн, совершаются слишком часто. Незначительные ошибки, в которых машина получит простую царапину, может привести мотоциклиста к гибели. Нам нужна ваша помощь, чтобы сделать дороги безопаснее для мотоциклистов. Я мама, и я вожу мотоцикл. Я тренируюсь на мототреке, чтобы улучшить мои навыки вождения. Так что на дороге у меня больше шансов вернуться к семье. Спасибо, что смотрите это видео, и спасибо, что помогаете мне безопасно вернуться домой. Всем привет! Неважно, сколько под вами колес, 2 или 4, тренировка — наше все. Она дает нам навыки осторожности на дороге. Внутри машины находится чей-то сын, чья-то дочь. Под шлемом может оказаться чей-то брат, сестра, друг или папуля и папули. На дороге нам постоянно приходится принимать решения. Так что тренируйтесь усердно, водите аккуратно и, пожалуйста, ради Рэнди и ради Иэна, ради себя и ради нас, принимайте верные решения. Благодарю за внимание. Ролик переведен и озвучен группой B-Vision, специально для группы «Байкеры Астаны».